На, сними меня, ход пробуйся. Переверни камеру. А, ну он там нормально. Мы с вами первый раз сегодня. Народ, подписывайся. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Сейчас они зайдут. Сколько там смотреть будет? 15, все хватит, наверное. Ну, в общем, третье упражнение. Класс собрал, блядь. Третье упражнение — это... Да нет, ржи. Сенсей. Ну, не мешай. Куда пропал? Много народа в зале. Нет. Да не, он пустой. И третье упражнение у нас — тяга к подбородку, средний пучок дельты. Я делаю. Опять, Андрей, можно ли пить креатин соку мультитарин? Да ты задолбал своим креатином. Парень, я не пью, я не люблю. Можно пить, пей. Почему ты всегда пояс носишь? Под плечи отдельный день. Чё за чики снимают? Нормальные чики. Чё за качество? Что за качество? А чё, ловит? Может, ловит плохо. Чем лучше креатин запивать? Водой. Нет. Водой с сахаром. А креатин, он же горький такой. Нет. Креатин он чем-нибудь сладким запивай. Можешь воду с сахаром перемешать. Лучше с сахарозаменителем. Я тоже хочу выступать в мэнсвиде. Ну или вы, я не знаю, что тут делать. Чего они люди, посмотри. Они тебе не мешают? Не мешают. Вот, найдите. Покажите оператора. Секретная информация. Оператор слишком хорош, чтобы его показывать. Слишком знаменит. Подписывайтесь на мой перископ. Используешь препараты для усиления действия клёна? Если да, какие? Что? Потом. Даш, мало ли пригодится. Нет, ты что, все? Ну да. Не, еще... А я еще долго тут буду, я, может, ноги поделаю еще. Что я ему расскажу? Усиление вихендриона, а? Для усиления юхенбина. Это очень-очень глупый вопрос был задан. Фу, ща. В общем, смотрите, для жиросжигания, чтобы ускорить процесс, можно добавить юхенбин. Я его тоже использую, но я не советую их постоянно жрать. Это нехорошие вещи. Голову включайте. Все, что быстро, то плохо. Можно как бы, да? То есть взять юхенбин, да, таблетку. И таблетку, ну, 5 миллиграмм юхенбина взять и 5, концентрация в клёне. И таблетку клёна. Выпить, будет результат, блин, ну, сохнуть будете быстрее. Но опять же, как я и говорил в прошлых записях перископа, ребят, не надо переусердствовать. ЦНС, сердечко, у вас полетит все к херам. Потом вы будете восстанавливаться очень долго. Поэтому, если вы даже пьете клен, да, и сливаете жирок с помощью него, мой вам совет: либо использовать, как я, 2 дня пью, 2 дня даю отдыха, либо давать хотя бы 2 раза в неделю отдыха, соответственно, 5 дней пить, повышать дозировку клена. То есть одну таблетку, там, если... Блин, что они музыку так громко сделали? Если уже плохо работает, соответственно, повышает 1,5-2 до 3. Больше 3 я не советую пить клён.
Ну и, соответственно, 2 дня отдыха и возвращаться уже к 1 или к 2 таблеткам. Что? Слушай, да я не знаю, что с этим. Ладно, все повылетали. Давайте я, ладно, подход сделаю. И 4-е упражнение вам еще сниму. Так что увидимся.